И сотрудничество еще на одном векторе российском. О нем тоже сегодня шла речь во Дворце независимости. Итак, Беларусь предлагает Калининградской области расширить контакты в промышленной сфере и строительстве. Наша страна готова наладить сборку электробусов в регионе. Это прозвучало на встречу Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. По словам главы региона, есть большой интерес к белорусским стройматериалам, и специалистам только за последний год стали закупать на 50% больше отечественной продукции. Однако прочная дружба и крепкие исторические связи позволяют рассчитывать на большее. Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – это запуск компании «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгоне. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Еще один эффективный пример нашего взаимодействия – Осиповичский завод «Автоагрегат», который реализует проект по участию в программе локализации на предприятии «Автодор Холдинг». Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более, что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Самый показательный результат – совместной работы возведения к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Калининграде. Горожане и гости – в общем-то, по достоинству оценили и профессионализм наших специалистов белорусских, и качество современных строительных материалов. Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Это строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, Приморского кольца. Мы готовы участвовать в этих стройках, если вам это понадобится. Самое время ставить более амбициозные задачи, прежде всего, промышленной сферы по линии производственной кооперации. Главное, что к этому стремятся и Беларусь, и Калининградская область. Давайте откровенно поговорим, что еще надо сделать, что не удалось сделать. Если у вас есть какие-то вопросы, претензии, вы откровенно скажите об этом. Мы обязательно сделаем все, чтобы таких претензий к нам не было вообще. Калининградская область – самый западный регион России, эксклав между Польшей и Прибалтикой. В Беларуси и регионы установились твердые экономические отношения. В прошлом году практически удвоили товарооборот, а за первые 9 месяцев года в общей копилке уже есть 260 миллионов долларов. Ну и Беларусь и Калининград настроены прибавить благодаря тесному сотрудничеству.